На старт! Вот так бегут не куда-то, а от чего-то. От болезней, дурного настроения и морщин. Участников соревнований вообще можно узнать только по одежде. Пенсионный возраст не угадывается даже при ближайшем общении. Самое главное, чтобы не пить горсть таблеток, первое. Второе, чтобы выглядеть неплохо. И третье, чтобы бодро себя чувствовать. У каждого человека должно быть любимое дело. И вот этим любимым делом занятие спорта. Все, сколько я живу, столько я и занимаюсь. Не профессионально, любительски, для себя. Но это дает очень много позитива, очень большое общение среди спортсменов. Это сегодня за плечами Ирины Плетневой всего 800 метров. А вообще, вдумайтесь, 37 марафонов. Бегаю я марафоны, полумарафоны сейчас. Это 800 метров, которые сегодня бежала, для меня так вот начальный старт. Какие пенсионеры? Не называйте нас пенсионерами. В спартакиаде приняли участие 30 команд со всех районов области, а это около 300 человек. Вообще, у представителей серебряного возраста в нашем регионе жизнь кипит. В конечном-то итоге мы будем готовиться к зимнему, будем так, к осенне-зимнему периоду в нашей работе. Но впереди у нас, кроме всего этого, еще соревнования по певческий конкурс «Оставайтесь, друзья, молодыми». И у нас впереди открытие университета пожилого человека, где мы будем стараться как можно больше обучить людей компьютерной грамотности. А еще садоводству, огородничеству, иностранным языкам и даже танцам. В общем, эти люди останавливаться не собираются. Юлия Конкина, Геннадий Воробьев, телеканал «7».